Космобол – упрощенный вариант игры в гандбол. Командная спортивная игра, в которой используется специальный ручной мяч. Команда состоит из 6 человек, 1 вратаря и 5 игроков на поле. Цель участников – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, соблюдая при этом правила игры. Ребята из детских садов города сразились во 2-м спортивном чемпионате школы «Росатома» по космоболу 5+. В этом году 8 детских садов. Мы их поделили на пары. Скажем так, образовалась у нас 1/4 финала. Команда играет на сразу выбивание, на вылетание. То есть проиграл и уехал, скажем так. Команды победителей ждут свои там пары и в итоге выявляют сильнейшего. Перед тем, как выйти на большую площадку, команды тренировались в своих детских садах, разучивали правила игры в космобол, оттачивали технику, разбирали ошибки. Победитель чемпионата прошлого года – детский сад номер 1. В этот раз выбыл из гонки за золото, поэтому передал кубок главному судье соревнований для следующих лидеров. Кубок прошлого года передаем главному судье соревнований сегодняшнего фестиваля. Игры за призовые места выдались по-взрослому серьезными, с высоким эмоциональным накалом. Золото спортивного чемпионата школы «Росатома» по космоболу 5+, взяла команда детского сада номер 30. Потому что вы очень много тренировались. А я раньше Аделина тренировался. Поэтому мы заняли первое место. Я тренировался вот на Икаре. А я слушал Грига Анатольевича, что он говорит, и выполнял его слова. Теперь команда-победитель муниципального этапа представит Саров в финале, который пройдет осенью в городе Лесном. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.